Да нет, что ты, я только водичку. Ты вообще-то заказал себе свой салат. Сколько я тебе должна? Так, не выдумывай. На, держи. Спасибо. Ты что, охерел? Сам плати. Такая сумочка красивая. В журнале недавно такую видела. Видишь, Соня, чтобы у меня такая завтра была, понял? Что ты смотришь? Давай, метнись кабачком за кошельком. Ну, быстро, 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 время деньги, давай. Ты так интересно рассказываешь про закон Ньютона. Ну, так с тобой интересно. Пожалуйста, ну замолчи на секундочку, я пишу важную смс. Это кто? Подруга моя. А, ну ладно. Это кто? Подруга моя. Подруга? Да. Ты что, офигел, подруга? А ничего, что у тебя девушка есть? Нет, ничего, все нормально, вообще не нормально. Ты вообще куда пошел? Ты нормальный? Если... Спасибо. Реально красиво. Сжигаю мосты на путь. Давай перейдем на ты. В одном дыхании застыл. Твой взгляд так ярко искрил. Один повод и сто причин. Жди на мой дневной пути. Ты как яркий свет ночи. Но мотивы мои. Волосы поправьте, пожалуйста. Так нормально? Да, да. Не, ну Аня, чего ты обижаешься? Потому что это ненормально, Марин. Я неплохо получилось. Ань! Ну, Ань! Давай поиграем. Привет! И сегодня мы поговорим о том, как поднять самооценку, которой у тебя нет. Поднять самооценку. Есть два варианта. Первый вариант. Бам! Второй вариант. Приморофетиться. Потому что естественная красота сейчас не в нуде. Выбираем макияж поярче и поинтереснее. Ну, в принципе, все равно печально. Я не знаю, что говорить. Надо петь. Черный плащ. Черный плащ. Короче, видос не получился. Я не знаю, как подвысить свою самооценочку. Самооценку. Да. Ее можно как-то повысить. Но как? Этого я не знаю. Поэтому ты потратил минуту жизни. Зря. Ребят, любите себя. Несмотря ни на что, вы прекрасны. А я нет, поэтому я прибухну. Как я люблю винишко. Я просто люблю винишко. Женька, дай два бокала. Будет хороший вечер. Я надеюсь, я в кадре. Всем кукуськи, с вами рубрика «Советики-приветики», потому что придумать более умную рубрику мой мозг не может. И поговорим мы сегодня о парнях. Девочки, это любят? У нас у девочек есть хобби – компостировать вам мозг. Девочкой тоже быть непросто. Вам должны готовить, убирать, красивыми быть для вас, красивыми быть, персы. Что делаете вы? Цветов вы сейчас не дарите. Это дорого и неинтересно. Розочка просто так. Это же прекрасно. Да, блин, скотина, это прекрасно. Какие-то сейчас мальчики стали нерешительными. Да не буду, я с тобой знакомиться. Что это за мода такая пошла? Рано-рано теперь всегда. Ребят, надо удивлять. Любовь это прекрасно, а ее как-то подогревать это еще прекрасней. Нет? Я, может, старая котейка. Девочки, мы должны быть женственными и дарить любовь. А не говорить, фу, блин, это Сваровский, фу, какая-то вонючая ромашка. Я люблю только белые розы. Дарите любовь, не будьте... Сфоткаешь, я сейчас листья буду бросать, хорошо? Еще раз. Еще раз, фоткаешь? Фоткаешь еще так. Ань, у тебя что-то в волосах. Yeah.
поцелуй после жаркого лета. Это солнце жарко. Это дурацкая осень. Всем привет! Я не знаю, видно меня или нет. Купи штатив, и сегодня мы поговорим. Так и знала. Да блин! Я бездарность. Блин, упала прям за диван. А потом она завоняется. Не будет... Нет. Ну что ж, начнем с того, что первое, вам нужно найти парня. Чтобы найти парня, вам нужно выглядеть более-менее-менее-более... Нормально. Не выноси ему мозг на первом свидании. Не надо, она потом придет. Позже. Хвали себя, но в меру. Не надо говорить, что я... Что же еще сказать? Я могу пить. Ну, я так думаю. Не надо знакомить его со своими родителями сразу. Потому что мамы-любительницы вас поженить сразу. А это может его напугать. У меня был такой опыт. Теперь этого парня нет. Найди свою любовь до Нового года. Чтоб было с кем праздновать той Новый год. Какие красивые цветы. Несколько этапов намека. Может, мне кто-то подарит? Легкий намек. Заход издалека. Так неожиданно. Сюрприз. Я просто розы люблю. Купим штучек 100 мне. А? Какой... Намек, я тоже так хочу. Кто-то кого-то любит. Вот Анжелики Саша. Вчера цветы подарил. Намек, посмотри, какие идеальные отношения у кого-то. Сюрприз устроил. Ужин сделал сам. А ты, дурачина, ничего не можешь. Я совсем не намекаю. Я говорю прямо. Что? Стадия истеричка. Я вообще не обиделась. Но ты меня не любишь. Стадия упрек. Ты даже цветы мне не даришь. Козлина. Стадия... Я могу тебя простить, если к тебе дошло. Ну зачем ты такой большой букет купил? Поздравляю, к тебе дошло. Миссия выполнена. Ну столько денег, ты даже не намекала тебе, ты так вдруг подарил. Намекай правильно. Хочешь нормальные, серьезные отношения, но не получается. Не надо мне ваш мужик. Если ты смелая, я не смелая. Да я в 9 классе так с тарзанки прыгала. Ого-го, попробуй познакомиться на улице. Я на улицах не знакомлюсь. Здесь нет ничего такого. Я первая знакомиться не буду. Это сейчас нормально. Я нигде не знакомлюсь. Со мной никто не знакомится. Да. Господи, это нормально. Почему девушки так боятся делать первый шаг? Ну ладно, я сама боюсь. Может, ты стеснительная? Стеснительную нашла. Кто там она была у тети Люды на свадьбе? А кто, кто? Если ты нигде не знакомишься, попробуй познакомиться в интернете. Это сейчас... Актуальненько. Я первая не буду знакомиться. Вообще в нашей жизни все решает лайк. Ставишь лайк и ждешь. Ну какой милый. Можно очень долго ждать. Вообще надо быть смелыми и знакомиться. С лопатой на него, чтобы не убежал. Потому что вы не знакомитесь, а потом ноете, что вас парней нет. Все. Снято. Скоро Новый год? Слушай, Марин, Марин, давай играть в снежки. Ну или снеговика, слепим снеговика. Это же круто, снег! Да, люблю я снег. Очень. Обожаю снег. Красотень. Макияжи и укладки. Класс! Ты купила подарок? Ой, да еще много времени. Я еще успею купить подарок. Уже купила подарок? Да, Марина, еще много времени. В смысле много? Так 31 сегодня. Как 31? Лучший подарок – это подарок, сделанный своими руками. Секундочку. Черный или белый? Да, это ты мне? Себе, конечно. Наверное, возьму белый. Можно мне белый? С Новым годом! Это тебе! Спасибо!
тебе! С Новым годом! Шерстяная, хорошая! Не забывай покупать!